Все российские участники 7-й Европейской географической олимпиады завоевали медали. Соревнование прошло в Сербии, ребята участвовали дистанционно. Нашу страну представляли три команды. Основная, состоявшая из 8 человек. Гостевая, в которую также вошли 8 ребят. И юниорская. Ее участниками стали 5 школьников младше 16 лет. Олимпиада состояла из 3 туров на английском языке. Ребята показали теоретические знания, практические навыки и умения, а также прошли мультимедийный тест. Участников на Европейскую олимпиаду отбирали из числа победителей Всероссийской олимпиады по географии. Кроме того, претенденты прошли отборочный этап и углубленную подготовку на сборах. Европейская географическая олимпиада проводится с 2015 года. В этот раз в ней приняли участие более 120 школьников из 12 стран.